Перед электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования всех 5 предприятий «Металлинвеста» на корпоративном этапе конкурса стояла серьезная профессиональная задача. От них требовалось за 1,5 часа смонтировать схему для запуска двигателя постоянного тока, причем с регулировкой скорости вращения и опцией мгновенной остановки при отключении. Приходилось вспоминать все. Потому как работали участники, было понятно. В финал корпоративного конкурса профессионального мастерства «Металлинвеста» попали не случайно. Никто не растерялся и не суетился, проявляя выдержку и раз за разом проверяя, насколько точно соединены все приборы. А ведь за относительно короткое время от них требовалось в правильной последовательности связать в единую схему 20 приборов. Причем судьями особо учитывались качество укладки и правильная маркировка каждого провода. Ну, задание несложное. Мало просто времени было. Отработал, посмотрим. Вроде все красиво, а правильно или нет, посмотрим. Это нужно все делать не спеша, потому что в электричестве спешка – это лишнее. С каждым годом соревнования профессионалов своего дела в «Металлинвесте» становится интереснее. Работники компании отлично понимают, как важен шанс продемонстрировать свое мастерство. Есть азарт, скажем так. Вот больше это как олимпийский азарт. Не то, что гордость, то, что я представляю предприятие, а гордость за то, что как бы не гордость, вот как раз а азарт, то, что приходится соревноваться вот с людьми, как бы, которые на своих предприятиях заняли высокие места. Конкурс, который у нас проходит в уральской стали, конечно, попроще. Здесь как бы сложно, не то, что сложновато, но просто времени мы не укладываемся, который здесь. Сразу тревога была, но потом в середине вроде эта тревога пропадает. Сложность. Ну, кабель был жестковат немножко. То есть некоторые элементы приходится монтировать большим сечением кабеля. Вот, из-за этого вызывала сложность его изгиба, монтажа в клеммнике. То есть кабели разные были, да? Кабель, да, для монтажа был одного сечения, для электродвигателя, соответственно, и для аллатора уже другого сечения, это большего. Что вам это дает, как ощущение? Опыт. В первую очередь опыт, знания. Скорость, точность, качество, правильное соблюдение нормы и правил промышленной безопасности. Именно эти критерии легли в основу оценки выступлений участников конкурса в номинации «Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования». С непростым заданием, по мнению конкурсной комиссии, все справились прекрасно.